В рамках празднования Дня государственного флага России на территории городского округа Орехово-Зуево и сельских поселений прошли свыше 40 тематических мероприятий. Участие в них приняли сотни человек. Молодежный актив клуба подготовил акцию по раздаче ленточек с российской символикой. Флешмоб в честь Дня государственного флага Российской Федерации прошел на центральной площадке парка «30-летие Победы». Ключевым моментом стало хореографическое выступление молодых участников акции, во время которого был развернут 5-метровый триколор. Любовь и слава, небес простор, орел двуглавый триколор, великой жизни ветра стихи не стишат.